Друзья, напоминаю о том, что совсем чуть-чуть осталось до розыгрыша вот этого прекрасного Bentley из нашего гаража с небольшим пробегом в классном золотом исполнении. Нужно лишь быть моим подписчиком в TikTok, хотел сказать, в Telegram, Instagram и YouTube. Ну и в TikTok тоже подписывайтесь, хотя это не обязательно. Это «По домам». Мы в Европолис, и сегодня узнаем, как живут знаменитости ТикТока. Неожиданно, да? Да, так неожиданно. Рубрика «По домам», да. Дамеля, ну, мы передаем сразу же петлю. Я не знаю, как ее красивше нацепить. Всем привет. Всем привет. И сегодня узнаем, как живут тиктокеры, а конкретно... Почему я тиктокер? Я не тиктокер, я блогер. Тиктакер? Кристакер? Я же не тиктокер. Мечтает стать знаменитой певицей и увидеть море своими глазами. Я встречаю, блогер. Видите, бабочки. О, живая? Ага. Обмен такая. Так, это спасибо. Наш самый лучший Алибеков кофе, и это интеграция, да, покупайте казахстанское, жарим его мы с любовью, и сегодня посмотрим, как живет Дамиля, да? Да. Все покажем? Да, давайте. Всем, здравствуйте, здравствуйте, нас встречает мама. Мама. Мама и... с папой любят кофе, поэтому... Да, о, это вам, спасибо большое, это наша алматинская. Ты живешь с родителями? Да. Угу. Я четвертый ребенок в семье, я живу с родителями, и здесь сразу видно, что мы из Шымкента. Почему? Она открыта до Астрахана всегда. Не специально вы готовились к нашему приходу? Нет, нет, у нас вообще послезавтра, я же вылетаю скоро. Ага. Завтра уже, у нас завтра семейный ужин, я улетаю. А куда ты улетаешь? Учиться. Куда? Я улетаю в Англию. В Англию? В Лондон. Очень банально. Да. Да? На кого будешь учиться? Marketing and fashion business. Marketing and fashion business? Yeah, I came here from London, Great Britain. London is the greatest. У нас типичный шымкентский дом, да? Да. Хотя мы в Европолисе. Как комплекс? Классный, мы тут с самого почти что начиная застраивания момента. Большая квартира? Чувствовала. Этот зал, мы сразу заходим в квартиру и попадаем в зал, где висит твой портрет и какое-то гигантское количество цветов. Угу. Что радует, есть цветы из нашего Royal Flowers. Ага. Да, пользуйтесь промокодом Алибеков. И в целом у тебя большое количество поклонников, да? Нет, это с дня рождения все осталось. А ты их используешь до сих пор? Или они пока тут доживают? Ну, они пока не умерли, пока пустые. Я тебе немного расскажу. Когда мы приходим к кому-то домой, кто-то рассказывает про свой дом. Потому что я здесь живу, здесь моя квартира. Ну, я здесь живу, это моя квартира, это камин. Я просто не знаю, что рассказать. Дома кто готовит? Мама? Дома мама в основном, да. Если мама хочет, я могу приготовить, то есть без проблем. Но обычно я уезжаю рано утром и приезжаю ночью. Со съемок и все такое. Тебе не кажется, что интерьер дома прям так нагроможден? Мы Шымкента. Нам можно. Обратите внимание на вот эту картину. Вот это еще рядом. Классический шымкентский барокко, да? Да. Это кухня. Это мама. Да, это мама. Мама, как дела, как настроение? Как вам выбор? Как вам. Сейчас, секундочку. Как вам выбор дочери в качестве инфлюенсера, блогера? Вы поддерживаете? Мы поддерживаем да? ее. Я просто слышал, что когда у тебя были съемки, помнишь, мы вместе снимали, и ты прям маму грузила. Ну, я смотрю, вы особо не готовились, да, к нашему приходу? Да? Все как есть, да? Жизнь как она есть. А можно открыть? Вообще, пожалуйста, реально, вас не пугает? Нас ничего не пугает. А где вы нашли сыр Филадельфии? Его никто не может нигде найти. В Калибре. А, в Калибре? Да. О, классно. Так, ну, в принципе... Ничего в принципе, сказать. Как она есть, да? Смотри. О, а где сохом? Почему тут какие-то... О, вот, вот этот, не видите? Там есть второй холодильник, морозильник. Пойдемте посмотрим. Это жент. Это я готовлю на дорогу для Меля. Тут сухофрукты, все. Вы думаете, там нет еды, да? Мы обычно всегда заглядываем под капот и смотрим, сколько там лошадок, да? Давайте, это здесь сокровенный запас. Ну, я не скажу, что прям... Там мясо, манты, замороженные вот теперь, ягоды. Теперь я точно ягод. Верю, что вы из Шымкента. Да. Почему Дамеля Sweet? Почему? Потому что мне же нельзя афишировать фамилию. Не потому, что там у меня папа что-то там а такое. А ты в смысле кто? Дамеля Сатыбалды? Нет, ну просто мои родители... Изначально моя семья, она не такая... Не любит афишироваться. В социальных сетях у меня никто не сидит. Ни братья, ни сестра вообще. Ну, недавно только начал в Инстаграме сидеть. Да, и только я, короче, начала раскручиваться, и после этого родители такие, никому не говорю свою фамилию. Я такая, окей, все. Я пытаюсь хоть что-то найти, что вас смутит, да, а тут ничего нет. Нет, я не смущаюсь.
Масло это будет завтра готовиться. Смотрите, сочный, да? Вы живете, в принципе, как обычные зажиточные южане, которые вот все в дом, да, все с продуктами. Смотрите! Все, что хотите, смотрите, все, что нужно. То, что мне нужно, всегда должно быть под рукой. Все. Вот эта зона, это детская зона. Вот необычный, наверное, для вас будет он именно зона. У меня недавно племянница родилась. Грудничок. Поздравляю. 3 месяца всего, поэтому, когда ее привозят, вот сейчас только звонила, солнышко хотела, говорю, сейчас не можем, чуть погодя. Это камин, он рабочий? Да. Да? Зимой обязательно. Самовар? Не только зимой, мы когда... Вы будете рассказывать про свой дом? Да, это... Вот здесь есть уголочек с... У нас семья так любит путешествовать здесь, моментики с разных стран. Я думаю, это у всех есть такой уголочек дома. Ну, обычно на холодильнике. Да, на холодильник тоже есть, здесь просто места уже не хватает, поэтому сюда закинули. Вот. Вот откуда такая тяга к... Это было. Это не наше. Мы не могли это поменять, это не наше. И вот это тоже было. Говорю сразу. А, это все было, да? Да. Это караоке домашний, да? Да, целый музыкальный центр, почему кто? Караоке только. Угу. Все семьей любимые. Кто, кто хорошо поет? Ты хорошо поешь? Я музыкой с 3 лет занимаюсь. Угу. Так, это зал, да? Да, мы это видим. Прихожая. Здесь у нас там обувь, все такое, верхняя одежда. Здесь тоже моя обувь, в коробках стоит вся. А ты считала, сколько у тебя? Нет. Но я как-то снимала коллекцию своих кроссовок, там вышло около 40 где-то. У тебя 40 кроссовок? Да. У тебя 2 ноги? Да. И 40 кроссовок? А в общем сколько обуви? Не знаю, не считала, надо посчитать. Но я думаю, вам не стоит, тут не вся, не вместится. Так, здесь? Здесь просто? Да, откройте, откройте. Это одежда папы. Нечего скрывать. Одежда папы? Костюмы папы. Папа классический, одевается, да? Да, ничего лишнего. Так. Здесь верхняя одежда моя, мамина. Вот я смотрю, у тебя в основном такие какие-то бренды. Да. Все такие модные, да? Это там в комнате в гардеробе. Да? В основном. А вот у родителей при этом достаточно... У меня родители скромные. Все деньги вы на нее тратите? Они на меня не тратят деньги. Да, я не раз слышал, что ты сейчас самый востребованный там блогер, Дамели, это топ. Расул говорит, Расул, министр маркетинга, Дамели сейчас это самый топ. Там ее пригласить на съемки стоит 1 400 000 в час. Такого там, нет? Такое. И здесь папина. Просто верхняя одежда. Папина верхняя одежда. Ладно, папу мы не трогаем все-таки. Так, здесь... Кепки, шляпы. Здесь родители и обувь. Здесь еще родители и обувь. Здесь родители и обувь. А у вас какой-то фетиш на обувь? У вас так много обуви. Здесь еще обувь. Это кабинет. Здесь папа работает. Все достаточно тоже очень классно. Хотите прикол расскажу? Да. Короче, мы подарили эту дорожку папе на день рождения. Так. Угадайте, сколько раз он вставал на нее? Я думаю, больше вы использовали это как подставку для своего телевизора. Он ни разу не вставал! А, ни разу? Ни разу. Вообще ни разу? Вообще ни разу. Так, папа чем занимается? Папа пенсионер. Пенсионер? Да. В прошлом инженер? Да, инженер. У него достаточно богатая... книжная библиотека. Коллекция, библиотека, да. Такая похожа, знаете, на советские. Это еще не все книги. А шкафы. Половина в Шымкенте осталась. Еще я, кстати, есть книги, да, интересный факт. Я есть книги Надежды Казахстана. Хочу посмотреть. А давайте, кто там Надежда Казахстана? Вот я закончила Тамус, и там типа принимала участие, была членом жюри в городских турнирах. Ты всегда была такая активная, да? Да. Абсолютно. Я химик-биолог, у меня есть диплом, знаете... Какого университета? Это не университет, есть международная олимпиада, Конкорд. Угу. Слышали, наверное, о таком, нет? Мы далеки от умных Ну ладно. В общем, я летала в Париж, я защитила работу по биологии и химии и заняла 3-е место на международном уровне, короче. И биолог, химик и физмат. Зря вот это все. Биолог, химик, физмат, спортсменка, комсомолка. Это я. А где там остальная обувь? Это чья комната? Это моя комната. Это, судя по всему, твоя комната, да. Это моя комната. Здесь, как всегда, цветы. Да, я еще не успела разобрать подарки с дня рождения. В общем, здесь моя коллекция сумок, я их не считала, но мне кажется, где-то... А у тебя много поклонников, да? Я бы не так не сказала, не знаю, нет, наверное. Вы там на день рождения. Это с дня рождения все еще оставшиеся. Это комната Дамели. Отсюда мы видим твои видео, сторисы, тиктоки. Это картины я рисовала. Я люблю рисовать картины. А ты играешь? Да. На Ямахе? Да. Это клавинова. По сути, это клавинова моей сестры. Моя клавинова черная, в черном дереве. Она находится в Шымкенте. Ее не перевозили, потому что она больше в 2 раза.
А какой город лучше, Алматы или Шымкент? Смотря в каком плане. Ну, в любом плане, вот для тебя. Наверное... Что ты любишь больше? Вообще, в Шымкенте жизнь замедляется. Угу. Намного медленнее. В Алмате все на суете. Так мне все-таки, какой город ты любишь? Вообще Шымкент. Шымкент. Шымкент люблю. Да, Шымкент — это любовь. Шымкент — это любовь, да. Сыграешь на... Как правильно называется? Клавинова. Клавинова. Клавинова, да. Вырежьте это, я как будто разбираюсь. Сыграешь на клавиноле? Я думаю, зависит от выпуска твои акции, как потенциальные невесты, они повышаются просто. И повышаются. Уже тогда что-нибудь сыграй. Почему, кстати, у всех вот какие-то вот такие сумки? Они удобные. Тряпичные. Они удобные просто вот, очень. Выходишь куда-нибудь, и у всех девушек вот такие сумки. Они же дорогие, да? Вот именно эта модель, это мамина. Это сумка мамина, я ее брала. А, ты ее купила? Да. Ты много зарабатываешь? Вот сегодня у меня последний пост с ними. Угу. То есть, если у меня Huawei, значит, у меня увеличивается какой-то. Если у меня амбассадорство, например, каких-то брендов казахстанских, угу. Вот у меня тоже скоро контракт будет, то, соответственно, будет тоже увеличиваться. Угу. Но твои заработки растут? Да. Угу. Куда ты тратишь миллионы? На сумки? Нет, кстати, на последнюю кроссовки? Сумку я купила в Милане. Вот эту. У меня у каждой сумки есть своя история. Так. Эту сумку история я купила. История сумок у нас в эфире, да? Я ее купила в Милане. Это была последняя сумка, которую я купила. Я ее купила в феврале месяце. После этого я себе ничего такого дорогого не покупала. А вот это что значит? Это Louis Vuitton. А, Louis Vuitton? Да. Окей. А есть что-то, что тебе подарил поклонник? Туфли мне подарили на день рождения. Это твой поклонник? Ну, можно сказать так. Дайсон подарили. Но он приходил на день рождения, да. И подарил тебе? Да. Это Дайсон мне подарили. Тот самый человек, тоже. С которым тебя шиперят? Нет. Нет. Тот самый человек, с которым меня шиперят, пока что еще ничего не подарил. Ничего не подарил, да. А господин Кадырбаев, да. Но он сказал, выбери себе, я куплю. Деньги есть? Это такой, знаешь, ход. Типа, выбери. Да, выбери, я куплю. Мне звонят в дверь, а у меня родители уже спят. Они говорят, у нас музыкальный подарок. Я такая... Давайте, хорошо. И они начинают танцевать с этой корзинкой донера. Я такая, окей, хорошо, спасибо. Это было прикольно. Недавно мне подписчица подарила... у меня, короче, есть мой знак. Это дракон. То есть у меня есть свой бренд. Почему? Я родилась в год дракона, и меня дома называют Дракоша. То есть вот логотип моего бренда. Вот он. Это моя, кстати, новая коллекция. Я скоро выпускаю еще один свой проект. Коллекция, в смысле, упаковок? Да. Я выпускаю. Покажи нам. Косметички, в которых, грубо говоря, вот это коллаборация получается с брендом Twenties, они с Караганды девчонки. Сегодня у меня с ними встреча. Это с моим логотипом, и внутри на каждой по-разному написано внутри вышито. Например, здесь вышито анаконда. Это мой прикол с моими подписчиками. То есть они мне там иногда. Что значит анаконда? Анаконда. Ты типа анаконда. Типа, да. Много зарабатываешь на своем бренде? На своем бренде нет. Скажу так, я начала, видите, там просто чисто я начинала одна. И я не знаю, у меня такая болезнь, я не могу делегировать. И мне, я сидела в салоне как раз 12 сентября, когда мы праздновали день рождения, и ко мне приехала посылка, и это отправила просто моя подписчица, которую я не знаю, которая никогда меня не видела. Это ты принимаешь такие подарки? Ну, это очень круто. Не, в целом, ты принимаешь все подарки? Не все. Если я не знаю, от кого, я не приму. Цветы, там, или что-то типа такого. Если мне позвонят, я спрошу, от кого. Они говорят, анонимно. Я говорю, тогда нет, не надо, спасибо. Не нужно имя. А было такое, что-то крупное тебе дарили, и ты отказалась? Да, мне привозили как-то букет огромный. 300 роз где-то, я сказала, все равно нет. Это еще не крупное. Ну, для меня это крупное. Как вообще жизнь в Европолисе? Такие окна, да, у вас интересные? Да, неплохо. Здесь уже все распадается. Здесь надо ремонт делать. Как комплекс? Классный. Тут территория классная, тут можно гулять. Да, смотри, он же не новый, местами пошарпанный. Да, да, тут надо срочно делать реставрацию. Что тебе на день рождения самое такое подарили интересное? Самое интересное? Ну или самое дорогое, если в целом интересное. Папа деньги подарил. А, да? Да. Он такой, на. Все, спасибо. И вот это все. Мама подарила платье, в котором я была. Это какое-то супер дорогое платье. Кстати, интересный факт, да. Это платье в оригинале от Couture. Это французский бренд. Оно стоит 46 тысяч евро.
это получается подиумное платье. Я дурочка такая, я такая пишу в Инстаграм: здравствуйте, на английском, типа, можно, пожалуйста, заказать ваше платье, но мне очень понравилось, я хочу надеть его на день рождения. А стоимость данного платья, изделия 46 тысяч евро, мы можем отправить вам в течение месяца. Я такая: это типа купить типа... Камри еще останется. Да, типа такого. И я в ужасе, я думала реально то, что я надену то платье, потому что в Москве оно есть, на прокат. Но они отказываются отправлять из Москвы, это было очень сложно, и в итоге мы шили это платье. Ты шила платье? Это от моего кутюра, от моего бренда. Вот так вот авторские права. Да. Не, мы его изменили. Что тебе еще дарили? Здесь ваш подарок стоит. Хотите посмотреть, что мне подарил Бибик? Хотите, покажу? Знаете, что самое странное мне подарили? Давай. Мне подарили свечку от Louis Vuitton. Вы когда-то видели свечку от Louis Vuitton? Не, я такая, типа, дорогая жизнь, это классно, но не настолько. Я думала, то, что это аромат или что-то типа такого, потом я открываю. Это свечка. Ее как-то даже зажигать? Мне ее жалко. Жалко, да? Да. Хоть пахнет вкусно и... Ну, резко чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Louis Vuitton, что-то вы как-то не вывозите, подудите, да. Так, тут что тебе подарили, да? Не просветить. То, что я обычно этим занимаюсь, да, там, анпакингом подарков молодых девушек, да. Но раз у нас с Европолисом не получается, да, посмотрим. Что такое, что значит с Европолисом? Ну, рассказать много про твой дом, так как он... Вам не нравится? Ладно, я нет. Пойду. Ну ладно. Здесь уборная. У нас такой лайфстайл выпуск про твою жизнь, да. Да. Уборная. Здесь смотрите, уборная. Золотые ручки. Все по стандарту держим, да. Здесь очень много всего. Здесь мой маленький холодильник, косметика. Что там? Там косметика. Человек такой, не голова человека. Человека, который не подарил мне подарок на день рождения. Все в косметике. Она не вмещается, я всегда оставила. Я тыщу новые изделия. Классно, видели? Ну и это тоже же вот подходит к золотым. А знаете, хотите прикол? Да. Она не работает. Скорее всего, она никогда не Нет, мы затопили нашу сетку недавно, когда я купалась, и после этого мы еще не починили. Моя любовь, обитель, гардероб. Добро пожаловать. Она не вмещается сюда. Говорю сразу, все не вмещается. Остальные вещи, они в чемоданах все еще вот, лежат, не в понятках. Как хорошо быть пацаном, да? То есть я... А как ты в этом что-то понимаешь? Здесь у меня зимние свитера еще не все, половина зимних свитеров в чемодане. Здесь кофты, рубашки, юбки, джинсы. У меня 73 пары джинс. У меня одни. Тебе нравится зеленый, да? Да, мне нравится зеленый. А потом... Есть, кстати, что-нибудь типа Алибеков, Олов? Конечно, есть. Да? Да. А что тут? Раз. Да, не видно, правда? Два. Да. Надо тебе... Мы подаем тебе футболку на Mad Empire, чтобы... А, она у тебя просто есть. Чтобы все понимали, откуда ты приехал. А, намек на то, чтобы я взяла ее с собой. Да. Понятно. А ты хотел здесь ставить нашу футболку? А, ну мы как хотим, сказать? Чтобы ее кто-нибудь в Англии поносил. Ну, хорошо. Так, здесь у меня туфли. Давайте вот это уберу. Сколько пар обуви в итоге? Я не знаю, я не считала. Я не посчитаю, мне кажется. Мне даже сил не хватит. Здесь у меня более такие подороже туфли. Ассистента нанять? Подороже туфли. Вот, здесь типа супер VIP, да? Ну не прям супер. Ну, например, туфли не очень. А это что такое, типа? Это вообще подарок, это фейки. У меня есть фейки. А мы на какой-то съемке у нас съемка была очень срочная. Мне нужна была обувь. И мы взяли в одном каком-то магазине вообще левую обувь. Ты без проблем носишь фейки? Нет, я их не ношу. Они просто. Ну и не выкидываешь. И я хочу их разобрать. По сути, надо их разобрать по-хорошему. Когда мы заходим в женские гардеробы, я ничего не понимаю. Я здесь украшения. Просто теряюсь. Я вообще не понимаю, как это можно все сносить вообще. Ну, то есть. Можно, спокойно. Да? Ну, учитывая то, что я же еще. Какой у меня контент? Переодевашки. Я показываю одежду. Из-за этого мне нужно много одежды. У тебя, наверное, есть луки под любой цвет, да. Под любой фасон, да? Да. У тебя нет проблемы там что-то найти? У меня, например, есть все цвета костюмов и верх-низ. Просто там до конца, посмотрите, там... Все цвета не как вот мы, мужчины, думаем, типа зеленый, там белый, черный, нет, вот красный. Розовый, а вот серый, всякие бежевый. Вот непонятные есть цвета. Есть светло-бежевый, да? Есть темно-бежевый. Этот костюм вообще папы. Я их переделываю и ношу. Экономия. Отжимаюсь, да, родительскую одежду? А было такое, что ты выгораешь? Да, когда я лежу дома.
Я когда лежу, дома и ничего не делаю, мне плохо. Я начинаю сама себя винить, и у меня появляется вот это чувство самозванца. Почему ты ничего не делаешь, Дамир? То есть, грубо говоря, мне аудитория, если я пропадаю на 2 дня, мне уже люди пишут: Дамир, ты где? С тобой все нормально? Да, с тобой все нормально. И я понимаю, что, во-первых, у меня есть большая ответственность перед аудиторией. То есть то, что люди начали искать меня. Во-вторых, я могу делать то, что... Я проверяю, нормально. Как пульс есть или нет, да? Да. Я могу делать классный контент, почему бы мне его не делать? А если с иностранцем будет встречаться? Господи, у меня 2 сына старших, они учились тоже, бывшие сыны. Ну ничего, да? Мы за это не переживали, ничего, обе сноки казашки, ничего подобного. Все равно на своих тянет, да? Вы же шымкентский, вы хотите своих. Правильно? Ну, здрасте, почему у вас такое такое шымкентское? Я шимкенс... потому что смотрю, тут золото может, дорого. Мир держится на шымкентце. Мир держится на шымкентце, это точно, да. Если светился бы только один шымкент, мир бы освещался. Ну, я не думаю, что у нас прям такое шымкентское там. Вы дома в Шымкенте не были? Там точно. У нас нет такого, в принципе, в семье, что мы хотим больше, много. Нас устраивает, мы так и живем. Да, у нас там, например, не бывает такого, что мы с мамой просто на ровном месте пойдем что-то возьмем. То есть мы всегда обдумываем. Если мне что-то необходимо, я, например, улетаю, мы найдем, пойдем, пальто мне возьмем. Или какой-то случай мы найдем, что-то купим. То есть в таких случаях. А так, чтобы болеть этим, такого нет. Не забудьте мою футболку, Made in Kazakhstan, да? Хорошо. Ну, хоть одну. Я вам даже скину фотку. Да. А, туда взять? Да. Да, конечно. А у вас, по-моему, в последнее время я увидела там это... Комрад, Найман. А какой у вас? Это давно же? Комрад. А, сестра. Серьезно? Да. Серьезно? Да. А, Комрад, Шинбет? А, все, выключайтесь, короче, да. Началось наше любимое. Да, но казахи, они не делятся на рода, они состоят из родов, да. Мы этим гордимся и знаем свое прошлое. Как вам этот стульчик? Ну, обалденно, я все на него смотрю, думаю, это же просто идеально. Сколько он стоит? Признайтесь, мам, я его покупала, я помню. Сколько он стоит? Не помню. 120. Что 120? 120 тысяч тенге. 120 тысяч тенге вот этот стульчик. А сколько? А этот сколько стоил? Ну, короче, она хотела какой-то стульчик, тоже необычный, такой, примерно, формы за 120 тысяч тенге. Нестандартные вещи, да. Обычно я мебель не меняю. Да. Еще вы спрашивали, почему мы думаем, что у вас шимкентский интерьер, да. Да, ну, ничего об этом не говорит нам. Интерьер дома, квартира, она была. Да, мы ничего не меняли. Мы добавили только вот это. Вот этого не было. Мне энергетика вот этой пристройки. И вот картина. Я думаю, ой, мои дети. Не стала даже убирать, да? Что? Ничего, что они европейцы, да? Ой, господи. Самое главное. Ну, самое главное, барашек есть, да? Самое главное, еда рядом. Что мы пропустили, что мы не показали? Только комнату родителей. И все? Да. Все? У нас есть крыша. Могу вывести на крышу. Хотите? Прям ваша крыша? Ну, пока еще не наша, но общая. Пока еще мы не захватили. Так, подождите, это ваша, да? Мы туда не заходим, правильно? Да. Ну, откройте и закройте, и сидите. Откройте и закройте? Быстрее. Что вас интересует? Да, в принципе, на самом деле ничего. Мы так хорошо... Вы знаете, мы обычно снимаем программы там про интерьеры, всякие богачества. А сегодня... У нас такой приятный, очень такой уютный, домашний выпуск, можно сказать, шымкентский выпуск сегодня. Мы не будем просто У нас еще манты готовы, да? Да, да. И поэтому, ну... На выходных у меня внук приходит. Все прекрасно вообще, нам все нравится. И Дамеля такая открытая. И желаем мы ей поехать там всех победить в этих Англиях. Да, вы же знаете, что северная столица Казахстана – это Лондон. Лондон. Да. Здесь уборная. Спасибо. Ну, и для кошки. И для кошки. Там даже жизни больше. Чистая линия. Ну. Просто. Что вы ищете? Когда мы смотрим на Дамель, ну, хорошо, может быть, не я смотрю, да, когда на нее смотрят все ее подписчики, да, и даже не подписчики, когда она выходит такая нарядная, красивая, в каких-то дорогих интерьерах и так далее, появляется какое-то ощущение, что у нее какое-то все такое оторванное от мирского. А оказывается, это нормальная такая своя девчонка, да, живет в хорошей своей семье. Да. Я могла бы вам показать, сейчас назвать все свои сумки или там все свои дорогие вещи, но я не хочу это делать. Типа. Зачем? Больше жизни это классно. Да.
Да. Мы и так посмотрели, да. И этот, пойдем на крышу посмотрим? Давайте. Да. Хорошо. Позируйте. Ой, я была такая. Что там? Это новый. Это тренд в ТикТоке. Что за здесь? Это я цветочный рай. Так как я биолог, я знаю, как сушить цветы, и мы их сушим. Это все цветы, которые тебе дарили, и ты их засушила. Да, кстати, я если есть такая мысль, то что цветы — это пустая трата денег, в моем случае нет, я их сушу. Вообще казахи умеют сушить растения. И... Почему именно казахи? Еще у меня мама с чуда. Да, мама с чуда. Мы заходим на балкон. На какой балкон? Мы заходим на крышу прям, да? Да. Мы хотели здесь сделать типа барбекю, всякое такое, но нам не дают разрешения. Невероятно. Красиво, да? А ночью я прихожу с ним пострадать. Красиво, да? И тут примерно смотришь, как люди живут. Разные люди. Кстати, да. Вот и рубрика по домам. Да. Вот это все. Надеюсь, вам понравилось, и вам понравилось у меня дома. Ты знаешь, мы шли с определенными ожиданиями, да и программа у нас немного про другое. Но мы увидели тебя настоящую. Мы теперь полностью понимаем, за что тебя любят. У тебя прекрасная семья. Вот, ты хорошо воспитана, ты идешь к цели, много работаешь. Вот, ты вот настоящий жена Казахстан. Это Дамеля. Друзья, оставляйте свои комментарии. За самый лучший из них Дамеля подарит... свою коллекцию духов CSGOR совместно с Дикой Парфюм. Прям всю коллекцию? Ну, там в коллекции 5 духов. В большом пакетике 5. Угу. В общем, а из комментариев будет несколько, которые тебе понравятся? Подарим несколько. Да, придется Беруни раскошелиться. А вы не забывайте, что, наверное, на момент выхода этого видео совсем несколько дней останется, чтобы выиграть Бентли. Это никакой не гиф, а я просто от себя, это такой мой мужчина Жаса и подарок всем подписчикам. Просто нужно быть подписанным на меня. Да. Да? А, это вот как раз вы говорили, то, что нам еще Жаса хотите отдать, да? Да. Вот отдам вас. Нет, такой, видишь? Казахский вайб, да, такой настоящий? Калвосн, ауми. Все? Вот. Спасибо вам, что приехали. Надеюсь, вам тоже понравилось. Оставляйте свои комментарии, лайки. И будьте с Бейбетом. Да. И с Дамелей. Да, да. Ссылки на Дамельный аккаунт у нас в описании. Спасибо. Да. Together because we can hear. Аджара гуджу. Аджара гуджу.